Здравствуйте, друзья! С вами вновь Дайс Мастер, и мы продолжаем захватывать транспортное судно пришельцев. В общем, я в прошлый раз, когда начал стрим, там рассказывал, долго жаловался на то, как все плохо с псионическим обучением, как оно туго идет, как нам нужен 6-й уровень псионики для финальной миссии. И есть хорошие новости. 6-й уровень псионики не обязательно, он бонусный. Нужен всего лишь 5-й. И 5-й уровень, 2 бойца у нас, это Аннетт Дюран и это Синегамирюк, они получат прямо после этой миссии. То есть финал близок, финал даже гораздо ближе, чем я думал до этого. Но нам еще впереди нужно убить половину команды пришельцев на этой миссии. И с учетом того, что мы приближаемся уже к центральной рубке командной, то есть мы большую часть карты уже прошли, получается, что здесь плотность пришельцев будет достаточно высокой. Нужно действовать довольно осторожно. В общем, поэтому не будем торопиться, потихонечку вылечимся, перезарядимся, займем хорошие позиции. В общем, будем действовать тактично. Hang in there, you'll be fine. Первым делом я проверю, что здесь никого нету. Зайду сюда сейчас с Гином. И главное не попасть вот в это облако яда. Но оно тем более сейчас за пару ходов рассеется. Еще вот здесь вот облака есть, где у нас Кэтмэн находится. В общем, осторожненько двигаемся. Так, что мы видим тут? Дверь открыта уже. Надо быть предельно осторожными. За угол не заворачиваем. Так, ну что. Я думаю, можно здесь сделать ванхол пока. Временный кавер. И встать нашими бойцами поближе. Кэт Мэйот подойдет сначала как-то так. А потом немножечко зайдет прям на одну ступенечку сюда, чтобы не видеть ничего сверху. Закроет глазки. Скажет, я спрятался, а меня здесь нет. Кого еще мы можем подтянуть? Снайпера Джокер Раш нам нужно будет пододвинуть. Вот знаете, я думаю, мы его поставим даже где-нибудь вот здесь вот, в воздухе, чтобы, если что, он простреливал все, что здесь видно. Поэтому осторожненько его переместим вот так вот. На следующий ход он полетит. Замбиз поближе немножко. Здесь по максимуму. И это все. Ага, вот прям там. Видите, дверь открытая. Возможно, прямо вот у входа внутри. Ну или она не открытая, не знаю, конечно. Но вроде бы похоже на открытую. Надо быть осторожней. Что если... Мы просто заглянем осторожненько вот так вот. Замбизу все равно нужно стоять в позиции, с которой нужно пускать ракеты. И да, они действительно внутри где-то. К счастью, здесь никого не видно. Поэтому ставим его на стазию Apple. Снайпера. Снайпера пока пешочком. Ставим здесь Гином. И кто нам нужен на передовой будет? Возможно, кого-то можно сюда отправить, но что-то мне не очень нравится. Алекс пока просто подойдет. Нам нужно еще Минска держать достаточно близко. Position confirmed. I'm field commander. Affirmative. Covering now. Один шажок. И Аннетт подбегает тоже. I hear you. И вот они. Мимо, что ли? Зря. Ой, зря. Снайпер не на позицию. 13 там нанесли, здесь промах. Вот называется вервотчер. Эх, еще один промах. Но это хэви-флотеры. С хэви-флотерами шутки плохи. Второй промах. А какая была возможность-то, а? Надо было пользоваться ею. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, наверное, где-то. Давайте, пора уже взлетать. Видим мы четверых отсюда. Я, пожалуй, даже встал как-то вот. Кого мы видим? Раз, два, три, четыре. Того нижнего нет. Давайте с тезивёпом встанем на этот ход. Кого пускать ракету? Пожалуй, всех, которые за кавером сидят. Вопрос, как убивать вот этих двоих. У нас еще позиция такая под названием «Гранаты кидает меня полностью». Видит ли кого-то Кэтмэн? Нет, конечно, никого не видит. Можно подняться, встать в One Fall и предоставить еще немножко кавера. Но что-то такая, знаете, затея. Нужно двух верхних как-то убивать. Возможно, вот этого тоже. Но его можно попробовать чем-нибудь типом пси-паники. Смотрите, какая хорошая пси-паника у нас, просто отличная, 78%. Да, я думаю, Синегами надо попытаться отойти сюда. Я сделал пси-панику у него. У Аннетт телекинетика речаржница только-только. А, да, кстати, мы же можем все уйти в инвиз. Но, с другой стороны, это может подставить снайпера. А, ладно, перезагрузимся. Че там? Нормально, выбегаем, стреляем. Все норм. Вообще не паримся. Ракетка. Давай. Поехал ракетка. Их, конечно, бы... Нет, здесь только двое. Поехал, понеслась. Дверь, наверное, забивать, точнее говоря, стену не стоит. А то сейчас еще кого-нибудь там откроем. Ладно, вот так вот. Фух, вроде никого не видно. У одного один хитпоинт. Я думаю, отличная кандидатура для того, чтобы его добить с помощью снегами хит-н-раном. Это не будет стоить у нас ни одного очка действия. Можно, конечно, на этого холотаргетинг повесить, с другой стороны. Какие у нас еще варианты по их добиванию? Девять. Два раза можно выстрелить. Так себе история, честно скажу. Давайте попробуем сбрить вот так вот. Вот это хорошо. Перо пошел. Да, двигаться, наверное, не стоит никуда. Здесь у нас тоже есть хит-н-ран. Попробуем одного хит-н-раном прибить. Второго. 50% это неплохо, но это не попадание. Так, я его хотел запаниковать, с одной стороны. Если мы сейчас уйдем в инвист, это не обязательно. Можно, в принципе, в него выдать как раз-таки немного холотаргетинга. Пойдем сюда. Этих двоих, одного 53% пробуем. О! Немножечко раздамажили. Кто у нас остается? У нас остается Алекс, который пробует хоть как-нибудь немножко покромсать этого пришельца. И смотрите, сейчас будет экзекьюшнер еще. То есть дополнительные процентики. Но нет, попадает. Что у него там с патронами на один выстрел, на перезарядку, да? Ну окей, накрываемся. Один. Тут мы сможем снайпером пострелять. У нас два выстрела. Сейчас посмотрим, кого нам как удобнее сбивать. Вот здесь у нас есть отличная видимость. Двигаться я никуда не хочу вообще. Поэтому Гином это хорошая идея пострелять. Здесь в этих Кэтмэн может выстрелить. Есть, конечно, еще и Замбиз, но Замбизом стрелять ракеты, которых всего две осталось, по таким довольно разрозненным пришельцам, что-то не очень хочется. Вот Снегами передвинуть, так, чтобы он встал где-нибудь. А как его передвинуть? Наверное, Замбиза нужно отвести для этого. Как отвести Замбиза? В общем, вопросы без ответов. Вот этого видим. Это просто шикарно. Бреем первым. Даблтап, экзекьюшнер, все отлично. 79 сюда можно попробовать. И начинаем с нашего хит-н-рана. Хреново начинаем, честно скажу. Вот это уже получше. Да, Замбиз надо отвозить. Вопрос, куда и как. Проблема в том, что там на Overwatch пацаны сидят. Пацанов на Overwatch нужно как-то убивать. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Остался последний пацан. Кстати, можно вот так подбежать. Здесь не подбежать, наверное. Плохая идея против него подбегать Минском. Блин, кто же еще-то будет, если не он? Кто, если не он? Начнем с Кэтмэна, пожалуй. Надо добить его. Замбизом точно я выбегать не хочу. Но у Минска, по крайней мере, хитпоинтов много. Давайте вот так вот. Придется все же. Далее. О. Ну, далее он и стреляет. 36% или 2 раза по 20. И так плохо на самом деле. Давайте для начала подсветим. 36, хоть так 36. Стрелять 50 что-то прям не тянет. А можно, знаете, что сделать? У нас же есть возможность подойти. Экзекьюшнер не будет? Нет, не будет. Вот здесь есть видимость, да? Нет, ее на самом деле. Это очень плохо. Кто добивать-то будет его? Некому. Вот это провал. Че, вторую типа госгранату юзать? Там же еще будет пришельцев дофига. Ой, не нравится мне это. Да, придется юзать. Какая неудача. Я уверен, он сейчас убежит просто тупо. Нет. Он чуть умнее убегает. Не тупо. Итак, смотрим, что у нас с патронами. В принципе, нам нужно многим перезарядиться. Я это и сделаю на этом ходу. Давайте шаг в сторону сделаем, посмотрим, можно ли. Вот здесь вот так, если я встану, будет нормально. Фух. Я просто боюсь, что здесь кто-то есть. Конечно, вроде бы выглядит все пусто. Может быть и нету никого, но в ситуации, когда мы в голом чистом поле стоим, так вот выбегать, что-то прям вообще не хочется. Куда поставить Синегами и Аннетт? Далеко Аннетт ставить неохота. Очень плохая идея вообще. Давайте как-нибудь пониже его поставим, чтобы, если что, можно было через крышу видеть. А более хороший обзор был бы, чтобы... В общем, камеру весь мы разнесли. Стоим здесь, пожалуй. Можно, конечно, спуститься с одной стороны. Why not? Их двое. Один сверху, другой снизу. Тот, что сверху, нас, наверное, не достанет. Тот, что снизу, ну, стреляем, пожалуй. Ну, криточки зашли. Убегают. Чувствую, как многие бегут там, где их ждут друзья. Что, засейвимся, пожалуй. Какая-то нервозность в воздухе витает. Карта уже почти вся открыта. А врагов еще тьма тьмущая. и, не отступая, заманивают нас. Насколько мы можем подойти? Во-первых, лучше подойти так, чтобы с одной стороны можно было встать здесь как раз в кавер кем-нибудь. Да, вот так вот и вот так вот двоих поставить, чтобы можно было вставать за ними, сбоку и так далее. И Аннетт, пожалуй, я верну оттуда. И там нечего делать. Никого. Реально, видимо, тут пусто. Ну что ж. Мы особо не торопимся. Упс. Не очень хорошо. Я бы сказал, вообще фигово. Ну ладно, рискнем. Ох, что ты творишь, Дайс, вообще? Что ты творишь? Что-то взял и сотворил какую-то фигню. И Аннетт осталась. Аж тебя там, дорогуша. Вот сюда. Да, конечно, есть место, где в нее можно стрелять. Да, оказывается, тут все-таки кто-то есть, причем не просто кто-то. Да, дерьмище подвалило. Нет, нереально. И даже несмотря на то, что кого-то сбрили, мы в очень плохой ситуации. Там я только что эфириала видел. Не зря я сохранился. Вот видите? Сейв же творящий еще делает, а? Тащить помогают. Ой, отлично. Все-таки там кто-то есть. Не просто кто-то. Странно вообще, что они не активировались до этого. Вот они активируются, смотрите. Хитрецы, 2 эфириала, мег, полный П. Что там со снайпером? 100% одного, 74 другого, 74 другого. Давай, стольник. Против эфириалов не очень хорошая идея таким вот макаром стоять. Возможно, отступить надо бы. Пока еще есть возможность. Никого не видно, тут мы видим почти всех. Тем более гранаты могут кидать, надо рассредоточиться. Все очень грустно. Они в кавере в полном. Это полный кавер. И там еще двое. Да. Задачка такая, знаете, не из легких. Когда у тебя на открытой местности без кавера нужно воевать с тьмой врагов, то ты отступаешь тупо. Тупо отступаешь. Куда бы отступить? Мне что-то вот здесь вот нравится очень. Прям по полной. Полное отступление делаем. Как вам такая изика? Мне, знаете, нравится. Да. Как бы не хотелось добить одного, но мы его не видим. И только Минск видит его. Но он не сможет двигаться после того, как выстрелит. Вот печалька. А, можно, конечно, знаете, что сделать? Сделать ход конем такой. У нас же hit and run есть. У него же кавера нет? Нет. Стреляем hit and run'ом. Вот видите? Работает, тащит тактика. И теперь отступаем куда-нибудь. Но это уже потом. Сначала другими отступить надо. Так, Аннетт. Куда тебе отойти? Да, вот сюда давай отходим. Вообще не торопимся. Это, по сути, командный пак, и они сами теперь должны к нам щемиться. Давайте сюда встанем. Значит, Снегами идет сюда. И здесь тоже отходим. Пусть убегают. Вот. Так. Теперь что нам надо сделать? Подсветить, подстрелять снайпером и уйти. Нифига не видно. А что если начать идти в обход? Нет, конечно, вообще идея отличная. Ну такая. Вообще, тут можно кого-нибудь было поставить. Так, Снегами надо бы тоже вот подняться. Сидим, не дергаемся. Вообще релот, наверное, пропишем. Так. Куда Аннетт? Она сзади. Их активировано много. Много. Гина спустим вниз. Здесь one fall. Может быть, минку кинуть? Нет, минку кидать плохая идея. Бесполезный Overwatch. Здесь Stage Open, здесь Overload, здесь Overwatch, Overwatch. И отступим. Жди Феррила в гости. Иногда с паками такое бывает, что они успокаиваются и потом заново уходят в неактив, долго врага не наблюдая. Но я думаю, это не тот случай. Да, фигово. Давайте еще одна попыточка. Кто-то там, говорят, отступает, но, правда, не можем сказать, правда ли отступают или врут, все. Еще раз поднимаемся вверх. Раз, возможно, сюда, чтобы его флангать. Ага, и сразу же нас разряжают. Ой-ой-ой, тут очень фигово разряжают. Аж на 9. И это было плохо. Но зато по нему постреляем сейчас. Так, мы видим троих. Раз, два, три. Окей. Снайпер видит троих. Перед тем, как снайпер будет стрелять, давайте разберемся с тем, который здесь стоит. С ним хочется разобраться силами тех, кто у нас. Снегами должен подсвечивать тех вдали, но он не может этого сделать, поэтому подсвечивай его. Отлично, подсветил просто. Теперь... Минск ничего сделать не может, и ладно. Так. Да стреляй. Вот, троечку выдала. Можно, по идее, поставить, например, сюда Минском. Возможно, она отсюда будет видеть. Да. Ну, кто еще? В принципе, можно хит-н-ран заюзать, наконец. Why not? Кто у нас остается? Можно, безусловно, сюда подняться, но что-то меня это не особо вдохновляет. И остается, по сути, снайпером. Снайпер пытается у нас с критом заехать по миктоиду. Миктоид довольно опасный противник, будем его убивать. Остается хэви-флотер, довольно жирный. Здесь OneFall и Overwatch. Здесь Stadiopon. Здесь понеслись. Аннетт, по идее, могла бы подлечить, но не будем этого делать. Осторожно поднимемся вверх. Видим того самого хитрого флоттерца. Здесь мы его не видим. Все равно достать не можем. Вся надежда на снайпера. Давай, снайпери. Всего 79, может промахнуться. Да, промахивается. Фигово. К сожалению, хит-н-рана здесь не будет, поэтому отойдем. Так, тут бы я подошел бы поближе. Все-таки пора уже, наверное. Ага, вот смотрите, отсюда видно. Но ничего, если поднимемся, то еще лучше будет. Гин сам чинится без медпакетов и всего. Вообще меня, знаете, забавляет, как киборги лечатся одновременно и медпакетами, и механической починкой. Гин. Вот, кто-то другой прилетел, это уже другой. Пробуем его сбрить снегами, раз он видит. Но хотя бы холл-таргетинг навесили. И еще, знаете, что можно сделать? Можно подняться здесь, на всякий случай. О, сколько их здесь, вот только гляньте, а. Вот они где все обитают. На самом деле они все убежали сюда. Последний выстрел снайпером. Ну ладно. Следующий ход перезарядка будет. Ох. Давайте здесь сразу перезарядимся. Overwatch станем. Тут спустимся. Там тоже, пожалуй, спустимся. Да, мы близко от них, но все же. Вот шо ж так. Окей. Что, поднимемся? Да, поднимемся. Просто одним глазком взглянем так. Ага. Они двигаются все же. Но к нам не хотят. Почему-то подозрительные личности очень. Не хотят двигаться к светлому будущему. Сначала отлетим куда-нибудь. Сюда. Чтобы угол обзора был получше потом. А здесь продолжаем сидеть. Чё? Хотя можно подходить ближе, наверное, начать. Но чё-то так мне эта история вообще, эти идеи, точнее, не радует. Знали бы вы. Ладно, вот так побежим. Ох, рассредотачиваемся мы не слабо. Это плохо. Ты здесь стой. Ой-ой-ой, какие гости. Вас нужно в первую очередь убивать. Прямо же, знаете, страшно, когда Эфирл появляется в кадре. К счастью, у нас есть хит-н-ран на него. У нас есть даже... Нет возможности холотаргетинг на него заюзать. Так, мы его видим даже отсюда и отсюда. Ух. Он, конечно, рефлектит, зараза. Но я думаю, имеет смысл его подсветить хотя бы кем-то. Что его нужно в первую очередь убивать. Подсветочка два раза рефлектнулась. Ну, хоть что-то. Теперь снайпер с критом. Или нет? С критом. Еще каким? Значит, добиваем экзекьюшнером его теперь. Возможно. Повезло. Нас теперь может еще пострелять. Снегами подсвечивает хэви-флотером. Понятно, что подсветить это уже хорошо. Хотелось бы чего-то большего, знаете ли. 7. Откуда? Кто? Ой, ты ж ежик, сколько всего. Так, надо валить. Валить будем куда-нибудь сюда вообще вот. Кто их видит? Гин, понятное дело, видит. Гин может сделать один вот такой выстрел. Хороший выстрел. Хороший. Хвалю. А теперь вали отсюда. Че у нас? Ракеты-то можем у них запустить? Где у нас Замбиз? Да, у нас Замбиз здесь. Достает ли он? В принципе, достает в кризалидов. Но это не очень круто. Стези Open, Overwatch. Здесь одного видим. Давайте сделаем выстрел, раз видим. Второй выстрел делать я не буду. Я свалю отсюда тоже. Куда-нибудь сюда. Да, валить — это хорошая идея. Остались у нас Аннетт. Что-то у меня такое чувство, что телекинетик филд не помешает. Ой, как не помешает. Просто на всякий случай. И остался только Кэтмэн, которому, как я сказал, надо отсюда убегать. Гин, конечно, там видно. Сейчас они будут пытаться его стрелять. Но мы их попробуем убить в ответ. Есть. Первый готов. О, второго можно пострелять. Отлично. Видите, какие криты хорошие. Вот чуть-чуть не хватает прям единички. Там еще один эфирил был. Мы не забываем про это. Так, тебе должно чуть-чуть не хватить, чтобы нас добежать. Мне этого хватило. Тут надо добить. Правильно. Вот так вот. Close Combat всегда мне нравился. Отличная вилка вообще. Особенности на тех, кто врывается вперед. Поэтому нехороши вот эти меки. Как они там называются, я уже и не помню. Здесь можно этого убить. Потом этого. Всех убьем, всех. Давайте. Ну, почти. Тут бы еще перезарядиться мне помешало. Вы знаете ли. У нас еще один хит-н-ран есть. Вот этого хит-н-раним. Но шанс выше. А ближайшего там Кризалида, возможно, кто-то занесет. Типа Аннетт вот видит, например. Да, видит. Стреляй. Как раз польза от нее. Теперь вот этого нужно убить. Еще одна подсветочка нужна. Давайте Синегами ее выдаст. Тут бы я отбежал сюда. Просто для того, чтобы можно было отличиться на следующий ход. Отличиться. У нас, конечно, еще есть РПСОС. Но все равно целительный медпакет бы нам не мешал. Снайпер не видит. Фигово. Пробуем так. Всего 9. Слушайте, а у меня начинает такое складываться ощущение, что мы можем его не убить. Это прям очень плохо. Прям вообще плохо-плохо. Отсюда мы его должны видеть. А отсюда? Да, отсюда видим. Давай с экзекьюшнером 69%, ты сможешь. Нифига ты не сможешь. Остается у нас Замбиз. 80. Тащи. Прекрасно. Молодчина. Фу. Пора перезарядиться на всякий случай. здесь. Пойдем сюда, встанем в OneFall, тоже перезарядимся. И ждем, кто из-за поворота вылезет. Вот он. Вот эти ребята. Майнфрей был, походу. Я уже потерял счет, сколько там этих гребных флотеров. Отличная формация под названием «Ракету в меня». Так, нам нужно видеть, что там. Кто это делает. Вообще, по идее, Гин может это сделать. Сбежать вот сюда. Для этого его нужно подлечить сначала. Это значит, что мы не используем, например, дымы. Это очень плохо. Я, пожалуй, начал с этого. Потому что это очевидно. Это в любом случае нужно. 75, 79... 30. Вот это фигово. Так, что делать-то? Ладно, подбежим мы еще за одной Кэтмэном. Ты здесь оттеферил. О, пятеро, да? Кто пятый? Где? А, их 4 здесь. Какая жесть! Это просто адовая жесть. Они все решили ринуться в бой. Видит ли у нас снайпера Фериала? Нет. Это полный ПМ. Кого-нибудь запаниковать можно. С очень низкой вероятностью. Так. Спокуха. Насколько нас дымы накрывают? Ну, довольно неплохо, я бы сказал. Так вот, нельзя одновременно Замбиза накрыть. И... Алекс, да? Это наш Алекс? Алекс. Остались Минск, Аннетт, Гин, Джокер Раш. У Джокер Раша даблтап имеется. Да, даблтап. Нужно по максимуму убить вот этих флотеров и как-то обезвредить Эфирила. Наверное, Эфирила важнее обезвредить. Гранаты от флотеров мы переживем. По расстоянию они, возможно, не долетят. Вот как-то вот, знаете, так. Очень грустная история. Гин ученица. Все, не разрешается. Бежит сюда выдавать огонь. Как чиниться-то ему разрешается? Но нужно сюда стрелять. Кто может еще в Эфирила пострелять? Не Синегами. Снегами вряд ли побежит туда, чтобы Эфирила, да и у него хода не хватит. Не факт, что отсюда будет видно Эфирила. Я попытаюсь. Нет. Кто Эфирила-то мочить будет вообще, а? Это жесть. нужно еще одно попадание сюда. Как повезло, а вы только гляньте, лак так и прет. Но реально, если бы сейчас не повезло, то у меня была бы надежда, что Эфирил начнет стрелять своими копьями псиленсами по мекам и не побежит назад тут устраивать полный фарш. Ох, полный фарш. «31 сюда, 31 сюда». Какого мы хотим пострелять? С того, который пожирнее. Они оба пожирнее. Поэтому в ближайшего стреляем. На другого еще нужно будет холотаргетинг навесить. Кто может пытаться его добить? Аннетт? Нет, ты будешь у нас дымами распоряжаться. Да, ближайшего мы не видим. Давайте в этого 28 навесим холотаргетинг. Пробуем его убить. Сейчас снайпером зарядим. Разок, другой. Он 89, это очень радует. Но... так себе. Остались, по сути, двое. Остался Аннетт, которая может с одной стороны бросить дым, и это не закончит ее ход. Потому что... не закончит. Видите? Дайс разбирается в тактике, но правда не свезло здесь. Что поделаешь? О, еще друзья. Давайте все на вечеринку. Всех приглашаем. Да чтоб тебя. Криты по 13. Это не то, что мне хотелось бы видеть. Хоть кто-то промахивается. Так. Ситуация лучше не стала. Начнем с 53%. А может быть, этого 53% кто-то другой добивать будет, например. А еще у нас, например, психопаника имеется. Да, не то чтобы она в большом количестве. Знаете, я думаю, самое время заюзать последнюю ракету. Эфириалов как-никак убили. Кто-то слишком низко летает. А, мелкого добей. Отлично. Даблтап отсутствует. Зато есть крит. 79, 79, 79. Все по 79. Ближайшего жирного вот этого надо бы убить, и того надо бы убить. И выжить бы надо бы при этом, понимаете ли. Как бы вот все надо. Все вообще прям. Как это вот сделать, непонятно. Здесь только один выстрел. Можно с репитфайром что-нибудь учудить. Флеймерами я их, наверное, не достану. Но если попробовать. Давайте сюда поднимемся. Только одного. Вот почему двоих подсвечивает, а убиваешь, ну, точнее говоря, задеваешь только одного. О, он паникует, все. Про него забыли. что если вторую панику навесить, как бы перезарядиться можно с одной стороны, а с другой стороны все паника... Да. Надо перезарядиться. Добивать его уже не будем. Давайте в этого стрелять. Маленький, конечно, процент, но это лучше, чем ничего. Промахиваемся. Да, нужно было его подсветить вначале. Я что-то пропустил этот момент, забыл про него. Нет, здесь я отхожу под хил. Хиляться буду. Жесть. То с критом, по идее, можно добить. Если повезет. Хиляем. Что еще делать остается? Еще флоттеров, побольше флоттеров. Мы же любим флоттеров, все их любят. Так. Дай-ка, душечка, ты, который у нас без кавера, будешь получать хит-н-рана. Или не будешь. Ну, не хочется ему такой. Не, не буду, не хочу. Мне со второй, пожалуйста. О, со второй зашло. О, 73 добиваем. Нам нужно дальнего убить. Не дальнего, а того, который вот здесь у нас. Кто бы кто-то подсветил, вообще шикарно было бы. Да, есть такая возможность, пользуемся. Почти, почти. Так, здесь у нас есть два выстрела с позиции не двигаясь, поэтому мы ими сразу же пользуемся. О. Ну ладно. Ты пытался. Остались у нас кто? 40% сюда. Да, кстати, можно подбежать, попробовать на него тоже холо-таргетинг навесить. Но надо было его отличить сначала, но... Да ладно, и так сойдет. Видите, реально сошло. Ух, готово, 45 пришельцев завалены. Возможно, в Минске будут небольшие ранения. Будем надеяться, обойдется. Вот поэтому я не люблю миссии с транспортом. Они такие жутко затянутые. Столько врагов, такая плотность. Нет, все-таки 13 дней целых отдыхать будет. Ну, ладно. Это не страшно. Самое главное, у нас теперь есть возможность начать обучение псионики последним уровнем. Вот у нас сейчас двое как раз-таки закончат в псилабе сидеть. Это мистер Хамстер и Шторм Дейлель. И я туда отправлю Синегами и Аннетт Дюран. Соответственно, через день будет камера галопа готова. У нас будет Vortex самый через 6... Броня Vortex. Это, собственно, та самая броня, которая нужна для этой камеры. Через 6 дней. То есть очень скоро мы будем во всеоружии. Я еще, пожалуй, пару каких-нибудь вещичек отправлю в производство. В основном нам нужно что-нибудь на меков. И на меков нам нужно Particle Lens. Вот. Или Particle Cannon. Да, Particle Cannon называется. Поехали. И нам нужны батл-кампы, по-моему. Что, нам денег не хватает? Ну, найдем деньги, в общем. Самое главное, что я вам хочу всем сказать, господа. В то время как я сохраняюсь. В ближайшее время будет стрим, именно стрим по финальной миссии. Брать, наверное, на эту миссию я буду тех, кто будет присутствовать на этом стриме. Так что, если хотите поучаствовать в спасении Земли, приходите обязательно. Ну и, соответственно, чтобы не пропустить момент, внимательно следите за анонсами во ВКонтакте и в Твиттере. Ну и еще можете в Дискорд присоединяться, ссылка там же внизу в описании, под видео есть. А будет это, скорее всего, либо в какую-то из сред, либо в какую-то из суббот. Ну, в общем, вероятнее всего, скорее всего, это будет либо среда, либо суббота. Так что следите. Будет скоро финал. Мы Землю, наконец, освободим. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. С вами был Дайс. Пока.